открыла самое большое количество звезд во всем мире. Central Asia's Got Talent. Мы готовились и бахнули на сцене на 100%. Браво! Проект призван найти и показать миру самых талантливых людей из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Азербайджана. Съемки второго сезона самого масштабного шоу по поиску талантов в Центральной Азии начались в духовной столице тюркского мира, в городе Туркестане. В один из древнейших городов не только Казахстана, но и Центральной Азии съехались участники из 5 стран проекта. Судьи посмотрели сотни выступлений и самым талантливым дали шанс прославиться на весь мир. Победителем второго сезона зрители выбрали танцевальный коллектив из Узбекистана «Моранбон». Сегодня в специальном выпуске шоу Central Asia's Got Talent мы покажем лучшие номера второго сезона по мнению продюсеров шоу. Все участники сегодняшнего выпуска поборются за возможность выиграть дополнительный специальный приз – 1 миллион тенге. Не теряйте времени и голосуйте за своих фаворитов в суперприложении iTunes. Домом второго сезона шоу не случайно стала духовная столица тюркского мира. Туркестан встречает Central Asia's Got Talent. Туркестан – центр притяжения для народов Азии. Именно здесь будут проходить съемки второго сезона Central Asia's Got Talent. Я нахожусь возле мавзолея Арстамбаб. В памяти людей он остался странствующим святым, правителем-шейхом и наставником Ходжа Ахмета Яссауи. Местные гиды рекомендуют начать тур по Туркестану с посещения мавзолея. Мы последуем этому совету. Открывает выпуск сплоченная, дружная, танцевальная группа MM Dance из Казахстана. Ребята зажгли сцену своим танцем и могут похвастаться своей универсальностью в разных танцевальных направлениях. Вместе команда мечтает покорить всевозможные танцевальные соревнования и участие в шоу Central Asia's Got Talent – их первый выход на большую сцену. Искренние детские эмоции не оставили равнодушными никого. И талант юных артистов оценили как судьи, так и зрители. Молодцы!
Поддержите творчество танцевального коллектива MM Dance и голосуйте прямо сейчас в суперприложении iTu. Узбекистан в новом сезоне радует разнообразием талантов. Приятной неожиданностью и открытием как для членов жюри, так и для зрителей в Туркестане стал уроженец города Наваи Сережан Жанахметов. Сегодня исполнитель – лауреат международных республиканских конкурсов, а когда-то он начинал свою трудовую деятельность в качестве слесаря-ремонтника гордого оборудования. Исполнение песни культового американского певца и актера Фрэнка Синатры «My Way» помогло участнику пройти в полуфинал шоу. Море вернулось, говором чает, песни прибоя рассвет пробудит. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. Ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им детские сказки на синих ладонях несет корабли. Если вы поклонник бархатного баритона Сережана Жанахметова, голосуйте за него прямо сейчас в приложении iTunes.
Сложные трюки и асаны из йоги может повторить далеко не каждый. А исполнять все это в воздухе, будучи подвешенной за волосы, могут только единицы. В нашем шоу талантов такое под силу Екатерине Становкиной из Казахстана. Упорство, трудолюбие и терпение помогли Екатерине показать захватывающее шоу как на прослушиваниях, так и в полуфинале. Люди света построили в кратере великий город. Они поклонялись треугольнику, ведь он наделял своих хозяев силой управлять временем. Но с помощью силы можно творить и добро, и великое зло. Ты должна любой ценой их остановить. Что Екатерина Становкина достойна выиграть специальный приз, голосуйте за нее в приложении Айту. Сагын Омирбайулы, как все обычные дети, ходит в школу. Помимо этого, 11-летний вокалист успевает принимать участие в различных музыкальных конкурсах. В будущем молодой певец мечтает стать президентом, а пока хочет выиграть международный проект и потратить деньги на лечение мамы и закрыть ее кредиты. Во время прослушиваний в Туркестане Сагын завоевал публику своей харизмой, чувством юмора и, конечно же, бесспорным талантом. Что он натворил?
моя. Ой, снежной улыбкою страсти клянутся, плачут, смеются, нам изменяя. Поддержите юного исполнителя и голосуйте за Сагна Умербайла в приложении Айту. Консерватории Максатбек Туратулы с детства поет, играет на гитаре, комузе, фортепиано, аккордеоне и сабызгы. Любовь к музыке привил ему отец, он же и научил Максатбека петь. Сегодня сцена для музыканта из Кыргызстана – смысл жизни. А успехи в шоу и восторженные комментарии судей помогли молодому человеку побороть застенчивость и поверить в себя еще сильнее. Ашығым, бегім ай, бегім ай, бегім ай. Асылым, менің ай, менің ай, менің ай. Раймалың, болай он сенің ай, сенің ай. Бегім ай, бегім ай, бегім ай, бегім ай. Қарағат, көзіменің қадалат, қабілет. Жараладың садағам ған дейін көкірігім мездің ай. Қалғандай бір мен үшін жарала керіме. Сезімдері мағада сен менің тереңімде жеттің ай. Ебай қатпай алдырдан қарап шығып. Бай кеңден ойлорын азап қылып. Ашығым, бегім ай, бегім ай, бегім ай. Жүрегім өздің ай, өздің ай, өздің ай. Раймалың болай ол сенің ай, сенің ай. Бегім ай, бегім ай, бегім ай, бегім ай. Бақыттың құшындай құшу жаным. Бақтыл ұшу байым. Жаным, атыңдан айланайын, бегім ай. Асылым, сездің ай, сездің ай, сездің ай. Жүрегім, ездің ай, ездің ай, ездің ай. Раймалың болай ол сенің ай, сенің ай. Бегім ай, бегім ай, бегім ай, бегім ай. Все зависит от вашего голоса. Поддержите Максатбека Туратулы и голосуйте в суперприложении Айту прямо сейчас. Талант, харизму и артистизм Жасмин Тузеловой невозможно не признавать. Будучи ученицей третьего класса, она покорила судей и зрителей в Туркестане профессиональным вокалом и нежным сценическим образом. Несмотря на свой юный возраст, Жасмин не боится сложных вокальных партий и стремится стать профессиональной певицей. Yes.
Поддержите Жасмину Тузелову и голосуйте в приложении «Айку» прямо сейчас. Мавзолей Хаджахмета Яссави воздвигнут в честь одного из величайших подвижников тюркского мира. Любопытство, мудрость, страсть к просветительству – лишь немногие из его признанных талантов. Мы ищем таланты нового времени, способные сделать мир искусства немного ярче. Чтобы посвятить себя музыке, Руслану Джейкбаеву пришлось пожертвовать финансовой стабильностью и даже доверием в семье. Трудолюбие, талант и упорство сделали из него профессионального артиста. Сейчас парень постоянно выступает на различных мероприятиях и мечтает собрать 100-тысячный стадион на своем сольном концерте. Руслан верит, участие в шоу станет трамплином к большой сцене. Умираю, а где-то ты ничего не узнаешь, а я
что потерял тебя. Чекуя на веселых картинках, мы не находим себя. Нам осталось награду, может быть, повезло. Горы битого счастья до седьмой лепесток. Седьмой лепесток, а дождь на окнах рисует, напоминая о твоих поцелуях. Все дело в том, что дождь ничем не рискует, а я боюсь, что потерял тебя. Я невозможно скучаю, я очень болен, я почти. Ты ничего не узнаешь, а я боюсь, что Если вы считаете Руслана Джейкбаева достойным выигрыша в спецфинале, голосуйте за него в суперприложении iTunes прямо сейчас. Во втором сезоне нашего проекта Адулат Исмаилова стала единственной исполнительницей в музыкальном жанре маком. Несмотря на 12-летнюю работу в ансамбле, Адулат впервые решила попробовать свои силы в телевизионном шоу. Первое появление Адулат на сцене произвело настоящий фурор. Исполнительница получила золотую кнопку от судей и прошла в полуфинал проекта. Ух, какой голос! Голосуйте сейчас за талантливую певицу из Узбекистана Адулат Исмаилову в суперприложении iTunes. За время карантина, во время пандемии, участницы первого сезона Екатерина Помилуйко и Полина Лысенко создали сплоченную и дружную команду «Калина Шоу». Помимо тренировок,
Девушки много времени проводят вместе, выезжают на отдых и, конечно же, показывают завораживающее шоу. Воздушные акробатки полностью посвящают себя спорту и его развитию. Перед выступлением в полуфинале девушки сорвались с высоты и получили травмы. Однако это не помешало им выступить на отлично и сорвать бурю оваций зала. Поддержите в специальном выпуске и голосуйте за команду «Калина Шоу» прямо сейчас и только в суперприложении «Айду». Талгат Манас из Казахстана показал класс на этапе прослушивания в Туркестане, исполнив песню Джеймса Брауна. 20-летний исполнитель из города Атырау удивил всех неожиданным выбором и невероятным исполнением классики. Талант и образование по специальности «Академический вокал» помогли молодому человеку с легкостью пройти в полуфинал шоу. This is a man's world. Oh, man.
достаточно известно. Поддержите Талгата Манас в приложении Айту прямо сейчас. Голосуйте. Родители 14-летней Нилюфар Азизовой мечтали, что их дочка станет врачом. Но страсть к музыке убедила всех в том, что она достойна большой сцены. На прослушивании в Туркестане исполнительница удивила легким и романтичным исполнением. А в полуфинале неожиданно сменила имидж и показала дерзкое шоу. Нилуфар покорила сцену Central Asia's Got Talent и теперь готовится поступить в колледж эстрадного и джазового искусства. Поддержите Нилюфар Азизову и голосуйте в приложении Айту прямо сейчас. Визит-центр Туркестана – универсальный старт для его посещения. Вместо тысячи путей, которые предложит интернет, здесь специально обученные люди подберут точный маршрут для незабываемых впечатлений. Так и в шоу Central Asia's Got Talent. Из десятков тысяч амбициозных участников мы покажем только самых лучших. Мирослановой из Казахстана можно смело назвать лицом нашего международного проекта. Родился молодой человек в Казахстане. По национальности азербайджанец. Родители родом из Грузии. Сам он себя называет грузино-казахстанским азербайджанцем. В детстве родители Руслана услышали, как он подпевает песни Тимати, после чего предложили ему заняться музыкой. С тех пор он участвует в разных конкурсах, снимается в сериалах и рекламе, самостоятельно делает вайны и успевает еще заниматься боксом. Oh,
Если вы считаете, что Руслан Мирасланов достоин выиграть специальный приз, голосуйте в приложении Айту. В перерывах между спасением жизни детский врач из Туркестана Асларман Елеов решил поучаствовать в нашем шоу талантов. На прослушиваниях участник впечатлил судей, исполнив песню своего отца, композитора Саурана Елеова. Любовь к музыке появилась у него еще в детстве, но превратилась в хобби во время учебы в медицинской академии, когда Асларман подрабатывал в ресторанах и пел. Поддержите Асалармана Елеова своими голосами в приложении Айту. Голосуйте за этого вокалиста прямо сейчас. 8-летняя Нурай Назарова научилась танцевать благодаря индийским фильмам и своим кумирам. Одна из них – судья шоу Central Asia's Got Talent, хореограф, телеведущая Оксана Расулова. Нурай удалось не только влюбить в себя судей и весь зрительный зал Конгресс-холла в Туркестане, но и получить золотую кнопку от ведущей проекта Кинжи Алимжан. Тем самым юная танцовщица автоматически прошла в полуфинал проекта. She's six.
какая пластика у нее. Голосуйте за талантливую Нурай Назарову прямо сейчас и только в приложении Айфу. Сардор Сулиев посетил около 15 стран с гастролями. В Америке он или в Гонконге, Сардор всегда остается верен национальной таджикской музыке. Так и в нашем шоу Central Asia's Got Talent исполнитель из Худжанда привнес свой восточный колорит. Более того, участник виртуозно играет на танбуре, дойре и рубабе. مجنون و شیدا میکنی گل نمی ترسی زی فردای قیامت نمی ترسی زی فردای قیامت که می سوزم تماشا میکنی گل که می سوزم تماشا میکنی گل گلی من های گلی من های گلی من گلی من های گلی من های گلی من در شهری بخارا منزل من در شهری شریف است منزل من ای وای Если вы считаете, что Сардор Сулиев достоин выиграть специальный приз, голосуйте за него в приложении Айту. Истри.
издревле Туркестан был яркой точкой Великого Шелкового пути. Цепочки караванов соединяли культуры Востока и Запада. Туркестан – один из древнейших городов не только Казахстана, но и Центральной Азии. Возникший в 490 году, он достиг своего рассвета в 12 веке. Сегодня караван-сарай отдает дань традициям, как и наш эпический проект. Ведь именно здесь, в Туркестане, встречаются самые яркие культурные феномены региона. Караван талантов Центральной Азии продолжается. Иногда участники не проходят финал, но их артистизм и талант видят и признают все. Так было с Аминой Асгатовой из Казахстана. Она покорила судей профессиональным вокалом, рэпом и ярким сценическим образом. Ты не будущее, ты уже настоящая суперзвезда! Поддержите талантливую исполнительницу Амину Асгатову своими голосами. Скачивайте приложение iTunes и голосуйте. Несколько лет назад Камир ушел с государственной службы и выбрал сцену. Теперь музыка не просто хобби, а любимая работа, которой вокалист посвятил себя полностью. Успехи исполнителя на нашем шоу являются подтверждением того, что он сделал правильный выбор. Еще на прослушивание в Туркестане Камир услышал восторженные отзывы судей, которые предрекли ему большое будущее. Айтамын ғана ғей, атадан ғана қалған мұрасты. Жаңырып заман ей, жаңымың баба салтың олан тұй. Намысын бейк сақтаған әл, бабышын мұнып күндәп жүйіп. Қадырым тұйы барқтаным мен, бәжбөй жүйіп. Қайратыннан жанбаған, қалың әлді барқтаған,
Егемендікті әнчілі өмірін берген бізген қанчада мей. Поддержите творчество кыргызского исполнителя и голосуйте за Камира в суперприложении iTunes. В 13 лет Сарвар Йылмаз написал свою первую песню. С тех пор он сочинил десятки песен и мечтает о карьере исполнителя. Бабушка молодого человека настояла на музыкальном образовании внука и всегда мечтала увидеть его на большой сцене. Несмотря на успешное спортивное прошлое, Сарвар – чемпион Азербайджана в спринте, молодой человек выбрал сцену. Участие в шоу Central Asia's Got Talent помогло талантливому вокалисту поверить в себя и в свои возможности.
Голосуйте за Сарвара Йылмаза в приложении Айту. Поддержите вокалиста из Азербайджана своими голосами. Вместе с отцом, знаменитым артистом цирка Тимуром Якубовым, Азиза объездила весь мир. Своего будущего супруга она встретила в Ливане. Хилал работал медицинским братом и даже не задумывался о карьере артиста цирка. Но спустя некоторое время появился дуэт «Welcome to Vegas». Теперь Азиза и Хилал самостоятельно придумывают номера и вместе выступают на сцене. Появление на шоу Central Asia's Got Talent – это дебют прекрасной пары на большой сцене. What I want is Sony, Mithi gala karke tu na ja chhad ke hey, I think about it every day. Baby looking like Hana Kazana on a play, hey, like mithai like kulfi rasmalai, hey, pista barfi sardiyan vich garmi lagdi jad vi tu mere raah vich chaldi. Crazy shawty, take it slow then chitty. Поддержите семейный тандем Welcome to Vegas и голосуйте за них в суперприложении iTu. Не теряйте времени и поддержите своих фаворитов. Голосуйте за понравившегося участника бесплатно и только в приложении iTu. Голосование продлится до полуночи 3 июля. Результаты голосования будут опубликованы на официальных страницах проекта в социальных сетях. Следите за обновлениями.